кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок, смотрите в описании. Что может быть лучше, чем слушать любимую музыку в хороших наушниках? Но не всегда такой вариант удобный, и в таких случаях пригодится вот эта малышка. Это Xiaomi Squarebox, самая красивая и самая дешевая портативная колонка в акустической линейке Xiaomi. Внешний вид всегда был сильной стороной компании, и в этот раз все тоже просто шикарно. Боковые грани выполнены из алюминия, а передние и задние крышки из матового пластика, что одновременно является плюсом и минусом. По сравнению с глянцем, материал более устойчив к царапинам, но в то же время, как и любой софт-тач, любит собирать на себе пыль. Из элементов управления всего одна кнопка включения-выключения, а также индикатор сопряжения. Снизу от него разместили разъем microUSB для зарядки. Подключается к любому смартфону по Bluetooth 4.0 и отлично работает как с Android, так и с iOS. А вот разъем AUX забыли воткнуть. Примечательно, что в самой коробке лежит инструкция, дальше колонка в картонном панцире, а вот самого USB кабеля в комплекте не оказалось. Видимо, в Китае проблемы с поставками microUSB шнуров, и ладно, у меня их целая куча от различных девайсов, но вот так, чтобы подарить кому-то, допустим, любителю яблочной техники, то у него с microUSB могут возникнуть проблемы и придется докупать проводочек отдельно. За счет минимальных размеров и веса колонка легко может уместиться в кармане куртки или даже брюк. Но несмотря на ее компактность, внутри уместились два динамика, которые выдают сочные басы и в целом доставляют одно удовольствие от прослушивания любимых треков. Однако стоит отметить, что на максимальной громкости колонка немного зарывается по басам и слышны небольшие потрескивания. Лучше бы сделали чуток поменьше громкость, тем самым добавив качество звучания на максималке. Внутри встроен аккумулятор на 1200 мАч, его заряда должно хватить примерно на 10 часов непрерывного проигрывания музыки. При этом время до полной зарядки составляет около 2 часов, если использовать адаптер на 2 ампера. Это маленький рок-концерт, который можно носить с собой и использовать для создания своей уютной атмосферы. Squarebox пригодился мне для катания на скейте. Гораздо веселее катать под музыку, чем без нее. И я отношусь к тем людям, которых раздражает слушать музыку в движении через наушники. Они могут слететь, из-за них плохо слышно окружающую среду, а вот колонка для подобных занятий в самый раз. Компания Xiaomi с каждым годом старается охватить все больше позиций в мире высоких технологий, и пока у них это круто получается. Squarebox отличное этому доказательство. За более чем приемлемую сумму вы получаете хорошую колонку как по дизайну, так и по качеству звучания. А на сегодня это все. Спасибо магазину Jedi за представленный гаджет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые крутые ролики. С вами был канал Сурикен. Всем пока!